Привет всем. Я, конечно, сильно извиняюсь, мои дорогие зрители, за то, что часто стал появляться перед вами, обсуждать все эти политические новости. Но включил телевизор и просто не выдержал. Вчера вечером, оказывается, после какой-то спецоперации нашли Виктора Медведчука. Это бывший председатель ныне запрещенной в Украине оппозиционной партии «За жизнь». Был под домашним арестом. Как-то удалось ему снять эти наручники с браслетом. Месяц искали, вот теперь обнаружили где-то, по-моему, на Западной Украине. Кстати, кум Путина, жена куда-то Оксана Марченко улетела перед началом войны в Россию. Вот теперь и Виктор Михайлович объявился. Президент наш Зеленский выразил надежду на то, что можно его обменять на пленных украинских. Но сам Виктор Медведчук не горит желанием. Просит его оставить в Украине, потому что, по всей видимости, Россия с ним расправится за растраченные не по назначению деньги. Боится за свою судьбу, чтобы не было так, как с беседой и с Сурковым. Ну, на фотографии, конечно, он там весь взлохмаченный, в военной форме. Я сейчас не сильно фотографиям доверяю из-за фотошопов и всего прочего. Но человек сидит в украинской военной форме. Может быть, хотел повоевать на стороне Украины? Не знаю, посмотрим.